Друзья, всем огромный привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я приехала в магазин Доброцен, который находится по адресу город Таганрог, улица Ленина, 212А. Это район Красного Котельщика. Вот тут вот сзади меня ДК Фестивальный. Кто не знает, пожалуйста, адрес еще укажу в описании. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что же там внутри. Магазин работает без выходных с 9 до 21 часа. Итак, друзья, мы внутри магазина. Товара очень много, как я вижу на первый взгляд. Давайте же будем смотреть, что здесь есть. Первое, вижу новинку. Не было таких наборов. Набор для ванной. 4 предмета. Производитель Россия. 98 рублей. Тут, значит, мыльница, как я понимаю. Подставка для щеток. Дозатор для мыла. И что еще? Вижу только 3 предмета, но написано 4. Значит, 4. Так, значит, розовый цвет. И есть вот такой вот серо-белый. Дальше есть чашки разные. Набор вот такой из 3 чашек. Побольше, поменьше. Набор мисок. 1,2 литра, 2,1 литра и 3,2 литра пластик разных цветов. Также контейнеры за 100 рублей. Идем дальше. Ну, термоса мы уже видели. Сейчас будем смотреть, что же здесь есть нового, что поступило. Так, это что? Гель для стирки, шерсти и деликатных тканей. 750 миллилитров. 85 рублей. Так, гель для стирки тоже. 1,5 литра. 88,50. Кондиционеры. Чистый дом. Средство чистящее Глорикс. Лимонная энергия. 100 рублей. Смотрим, что еще здесь есть. Я знаю, что здесь должны быть очень много новинок. Горшки квадратные. 10 штук. 7 на 7. 6,5 сантиметра. Пластик для рассады, я так понимаю. Завезли. 27 рублей. Дренаж керамзитовый. 21,90. Камушки. Так, дальше. Скотч. Знак аварийной остановки. 84,10. И желе цветоотражающий Тоша 2XL зеленый. Это, наверное, вот это, как я понимаю. Тоже новинка. Не было здесь такого. Это удлинитель. Поддон торфяной. Тоже для рассады. На 12 горшочков. 60 на 58 с ячеечками. 62 рубля. Это что у нас такое? Воронка. Воронка. Пластиковая с трубкой для бензина. 38 рублей. Канистра на 10 литров. 240 рублей. И также железная. 714 рублей. Тяжеленькая довольно-таки. Из мебели набор садово-уличной мебели. Престиж. 1+2. Получается 2 стула. Вот они, стулья. На железных ножках. И стол. Я уже где-то видела. По-моему, в Светофоре я видела тоже такую же мебель.
здесь всякие мисочки, ковшики. О, друшлаг. Люгенький, алюминиевый. 2,5 литра, 190 рублей. Также алюминиевые кружки, тоже мы с вами уже видели. Кружки из прошлого. Миски, тазики. Чайник из нержавейки. Точно такой же, как в светофоре. Со свистком, 2,5 литра. 289 рублей. Казан. Вот это, кстати, очень хорошая вещь. На 6 литров с крышкой. Да, очень классная вещь такая. С ручками. Ну, тоже довольно-таки тяжелый, нелегкий. Хорошая вещь. Ложки, вилки. Ну, вилки и ложки, конечно, качество не очень хорошее. Это не сталь, это алюминий. Контейнер, емкость с крышкой на 4 литра, тонкий пластик, 150 рублей, органайзер для специй, хорошая тоже штучка, кто хранит в коробочках, вот для тех есть такие органайзеры, 60 рублей. Салфетка для уборки из микрофибры. 30×30, 3 штуки. Тоже не видела здесь. Вот это из новинок разных цветов. 43 рубля. Так, это что у нас? Гель для стирки. 112 рублей. Очень много гелей для стирки. Ополаскиватели для белья. Ну, это мы уже с вами видели. Это уже было. Это не новинка. Это что? Дихлофос, 50 рублей. Влажная туалетная бумага. Так. Также вот швабры с насадками. Ценника не вижу. Валики, кисточки. Тоже ценника нет. Я смотрю, много завезли, но еще, наверное, не успели поставить цены. Вот такое зеркало с подсветкой, я так понимаю. Коробка. Да, с подсветкой на подставке. Да, интересно, тоже не было таких зеркал здесь. Хорошая вещь. 22×16. Модель. Так. Веники. Большой ассортимент сегодня прям здесь. Кстати, вот кто-то спрашивал самоклеющуюся пленку. Вот она, 45 сантиметров на 8 миллиметров, жидкая Жадека Атлант, 200 рублей. Рулончики. И, кстати, очень довольно большой выбор. И коричневая, и также фиолетовая. Кому нужно, пожалуйста. Я знаю, что многие спрашивают за эту пленку. Так, здесь что у нас? Детское лото. Ага, подходим к алмазной мозаике. Алмазная живопись. Вот, кстати, есть здесь выбор. Нигде не видела. Здесь есть лес и вижу птичек. Вижу птичек. Ну и картины по номерам. Есть также картины по номерам, 300 рублей. Алмазка 370 рублей. Лес, кстати, один. Птичек много. 5 птичек еще. Садовая решетка. Кстати, качество у нее хорошее. Вот этой решетки. Смотрите, что нашла. Сетка шпалетная для огурцов. Вот размеры. Это вот кто занимается. Вот так выглядит. Тоже кому-то может быть нужно. А это что? Коричневая
А, это бордюрная лента. 134 рубля. Горы туалетной бумаги. Ага, это полотенца бумажные. Так, шампура. Это что у нас такое? Щепа для копчения. Груша. Бук. Что-то еще. Ольха. 31 рубль. Свечи. Клеевые пистолеты. 143 рубля. Бумага туалетная. Зело. 100 рублей. Трехслойная. Хорошая тоже трехслойная. Салфетки. Порошок Биолан. 290 рублей. 6300. Огромный просто. Порошков большой выбор. Да, это ОС. На этой стороне что у нас? Тоже контейнеры. Кисточки. Штора солнцезащитная. Но это вот летом нужная вещь будет. Ёршики. Так. Это что? Набор. Престиж с полкой. Это такая полочка для ванной, что-то вешать. Понятно. Чистящее средство. Утенок по 65-50. Мешки для мусора. Пасты всевозможные. Не будем на них останавливаться. Я уже показывала их в своем обзоре. Так. Ложки одноразовые. 8,50. Получается, ага, по 6 штук в упаковке. 8,50. Понятно. Посуда одноразовая. Стаканы. Вот набор прям целый. Есть. Одноразовый набор посуды. 6 персон. 38,90. Также вилки есть.